Мы там запасли хорошую семью, ну, овощами, картошками, несколько тонн. И так получилось, что, значит, вода стала поступать, и картофель мы почти весь выкинули. Куда выбросили? Ну, на мусорку, на свалку. А причина здесь вот, что, видите, вот эта вода, вот она уже идет несколько месяцев. Вот, кстати, вот тоже собственник этого гаража, он раньше всех заметил, что здесь идет вода. Вот она идет. Посмотрите, видите? Она поступает. И сколько? Здравствуйте, сосед. Здравствуйте. Вы, извините, когда узнали, что идет вода? Ой, я еще в феврале трижды ходил. Вот сейчас. А куда ходили? А? Куда ходили? Ну, в Карагандасу. Заходил, они записали. Потому что еще зимой, когда я все было замерзшее, здесь ничего не было. У меня в подвале появилась вода. Еще зимой, да? Да, в феврале месяце. Я съездил туда, они записали, все, к вам обязательно подъедут, посмотрим. Ну и после трижды заезжал, звонил. Так оказывается все... Потом вот эти да. все, вот, вот этот с этого гаража, он тоже и в Акимат, по-моему, звонил и ездил, вот с этого гаража. У него вот так вот воды в гараже было. Никаких мер не принимают. Так все, все звонили. Я сегодня звонил туда. Они говорят, у нас очень много заявок.